Квалификация чемпионата мира по фигурному катанию позади. Сегодня началась соревновательная программа. Вечером короткая программа танцоров. Спортивные пары в борьбу уже вступили. На прямой связи наш специальный корреспондент во Франции Натали Кларк. Натали, бонжур. Я понимаю, что на Лазурном берегу плохо быть не может, но все же, насколько внимательно курортная Ницца относится к столь крупному спортивному событию? Ну, бонжур, Саша, единственное, что могу сказать. Знаешь, в Ницце сейчас хорошая погода, замечательная. Но вот, в общем-то, в первой части сегодняшнего соревновательного дня школьники в большей степени шли, подвигались к дворцу, раскупали билеты, и также взрослые. Большинство, конечно, женщин, поклонницы фигурного катания, торопились занять арену. Напомню, что здесь 9 тысяч мест, ну, по правилам ИСУ, теперь именно столько должно вмещать крупное соревнование по фигурному катанию. Но на данный момент оно, конечно, не заполнено. Однако же, сколько звуков разочарования мы услышали уже по ходу выступления. Это было очень шумно, и до нас хватало даже тех людей, которые находились на трибуне, чтобы ощутить, как все-таки болеют за наших, а здесь за наших болеют очень сильно. Известно, Наташ, что Ницца – это, в общем, центр русской эмиграции, так что наши спортсмены должны быть популярны там среди болельщиков. Вот, а вот насколько они теперь популярны среди судей? Каковы промежуточные итоги наших выступлений? Ну, тут опять-таки по-французски можно сказать «камси, камса», потому что, честно говоря, наверное, мы ожидали большего от спортивных пар, но Тамара Николаевна Москвина, которая тренирует Югу Кавагути, Александра Смирнова, как раз-таки одних из претендентов, как мы думаем, до сих пор на медали чемпионата мира, сейчас вот вместе с нами, наверное, попытается проанализировать выступление всех трех российских спортивных пар. Ну, будьте, Тамара Николаевна, более объективны, да, наверное, и говоря об ошибке, в том числе и Александра на прокате. Так факты говорят сами за себя. Три наших красивых парника, Александр и Максим, и Ларионов Юра, все не устояли на двух ногах. Один уронил с поддержки, другой уронил свою прекрасную партнершу Стодеса, и третий, стоя просто в позе, тоже упал. О чем это говорит? Мальчики, мужчины, где вы? Где вы? Держите женщин, держите таких красивых. Ну, наверное, это просто желание выиграть и потеря бдительности. Но вот этим спорт, наверное, интересен, но теперь не для нас, потому что хотелось, чтобы не наши пары были в такой ситуации. Ну, так получается, у нас второе, четвертое, седьмое промежуточные места на данный момент, учитывая, что основная группа все равно еще впереди. Насколько безысходно сейчас положение всех трех российских пар? Нас всегда учили, и мы сами учим своих спортсменов, что борьба не закончена до тех пор, пока не вынесут окончательные результаты после произвольной программы. Поэтому, ну, раз так ситуация сложилась, надо, во-первых, держать лицо, раз. Второе, все равно делать до конца, извлекать уроки. И Савченко, и Шелковый ведь тоже могут упасть. Мы, конечно, не говорим об... Не-не-не, никогда нельзя желать другим конкурентам каких-то падений, ошибок. Нужно быть доброжелательным. Надо делать свое дело. Каждый старается делать свое дело. Кто-то смог, кто-то не смог. Вот в данной ситуации сегодня не смогли наши русские мужчины. Может быть, солнце повлияло? Может быть, тепло? Ницца так блаженно, наверное, согрело наших парней, что они, собственно говоря, не устояли на двух ногах. Мне так кажется, здесь кроется разгадка психологии. Все-таки Максим Троньков с «Волосожар» с Татьяной, они хотят побороться за чемпионский титул. И это правильно. В прошлом году они были вторыми, они могут в этом году совершенно могли спокойно, но еще и могут побороться за чемпионский титул. Поэтому они были так настроены. Александр Смирнов, он, не будем говорить, не пропустил чемпионат Европы. И тоже хотел, у них интересные программы и так далее, и так далее. Тоже хотел, как бы сказать, занять свое место хотя бы среди российских пар. И молодые Ларионов и Базарова, они хотели в этой ситуации обойти именитых. Вот здесь и кроется, наверное, причина вот такого, ну, неполного контроля. Их всех можно понять, я их как тренер понимаю. Очевидно, мы, тренеры каждой пары, не нашли какие-то слова для того, чтобы снять уровень вот этих притязаний.
Или, может быть, наши пары недостаточно готовы, чтобы в такой борьбе стоять на двух ногах? В любом случае, продолжение завтра. Будем надеяться на то, что все-таки нашим удастся приблизиться хотя бы к вершине как можно ближе. Надежда умирает последней, у нас она не умирает никогда. Спасибо большое. Павла Николаевна Москвина отвечала на наши вопросы. Сейчас промежуточные, Саш. Так что продолжаем смотреть за событиями на чемпионате мира по фигурному катанию. Спасибо большое. Саша. Спасибо большое, Наташа. Спасибо большое, Тамара Николаевна. Наталья Кларк на прямой связи из Ниццы с чемпионата мира по фигурному катанию.